Ночь, улица, фонарь, цветы. В Бендерах пожилая женщина решила прорядить клумбы в сквере у кинотеатра Горького. Украла герань, петунии, ромашки, всего 22 цветка. Момент хищения попал на камеры видеонаблюдения. Ночь на 9 июня. Вот женщина снимает горшки с цветочных арок. Складывает все в покрывало. На все 5 минут. А вот она же на пешеходном переходе. В руках добыча. Лицо, совершившее хищение чужого имущества, может быть привлечено к административной ответственности по статье 7.26 Кодекса об административном правонарушении Приднестровской Молдавской Республики. Санкция предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 до 250 РУМЗП. Это от 920 до 4500 рублей. Сотрудники уголовного розыска проводят проверку, ищут цветочницу вандала и устанавливают сумму ущерба.